последнее время детсады региона стали часто попадать в хроники происшествий. Так, сразу три ЧП зафиксированы в дошкольных учреждениях Нижнелимского района. Это стало поводом для вмешательства прокуратуры. Так, из-за недосмотра педагогов в одном из садов во время игр девочка получила закрытый перелом лучевой кости. Позже в этом же заведении, но уже на улице, когда дети катались с горки, ребенка сбили с ног другие воспитанники. Врачи зафиксировали у малыша перелом ключицы. Кроме того, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, в другом саду района воспитатель оставил электрочайник в детской раздевалке. В результате ребенок ошпарил кипятком ноги. После этого ЧП суд постановил выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. В остальных случаях виновных лиц в детсадах привлекли к дисциплинарной ответственности.